всем привет! А мы едем на Ниссане. Не ожидали, что он вообще поедет. Причем так неплохо едем. В салончике, правда, тут еще так. Летим, можно сказать. В общем, куча у нас сегодня дел. Нам надо пройти техосмотр, переоформить машину на меня. Другого, потому что она до сих пор не в собственности была. Так что у нас сегодня испытания такие интересные. Вообще неплохо идет. Но есть замечания, конечно. Ладно. 8 лет не ездил на этой машине. Как старые добрые времена. Недолго мы проехали. Что-то у нас, походу, сломалось. Все, вылетел болт у нас с обратки. Штуцер там, что ли, стоит. Ждем механика. У меня ни ключей, ни болтов, ничего нет. Такие дела. Вот она техника. Где-то чуть не дотянешь, все, сразу кирдык. Гайку сорвало? Из-за нее что? По крайней мере звук этот из-за нее. Нашли причину. Гайка открученная у нас, да? А ты ее хочешь затянуть сейчас? Такие дела. Видите? Вот догнали, пригнали наш КамАЗик на помощь. Едем на лямке. Движок на холостых тарабанит. Слышно, наверное, звуки. Такое ощущение, что прокладку что ли выдавил. Или что, я не знаю, произошло. Не доехал я до ГАИ. Печально все.